Удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды вручили самарским активистам ОНФ. Год назад этот статус официально утвердил Минприроды России. В Самарской области его имеют несколько десятков человек. Многие из них – молодые люди. Работа в сфере экологии идет активно. За прошедший год активисты провели более 200 рейдов, организовали 24 субботника и отметили более 750 свалок на интерактивной карте ОНФ.